Смотрите, ребята, выехала с собакой на природу. Денек такой раз чудесный. Лес есть здесь. Есть поле. Гуляем мы тут по снегоходному снегу, следу. Я хотела вам показать, чем отличаются ели и сосны. Я как-то никогда не могла их отличить, но я понимаю, что у ели длиннее иголки, да? Наоборот, у сосны длиннее иголки, а у ели короче иголки. И вот, смотрите, я нашла прямо наглядный пример. Как думаете, это ель или сосна? Вот, а сейчас на сравнении. Это ель или сосна? Да, прямо так четко видно. Это, конечно же, у нас получается елочка. Видите у нее, какие иголочки коротенькие. Еще как интересно они сложились прямо в трубочки. Я такого что-то не видела, чтобы так в трубочки складывались, да? Вот они прямо... Коротенькие. Вот, а вот эта сосна, мне к ней не зайти. Там сугроб большой. Но видите, какие длиннющие иголки? Прямо длинные. По сравнению с маленькой елочкой. Я вот только что-то подумала, а как бы еще отличать сосну от кедра? Вы умеете сосну от кедра отличать? У кедра тоже длинные иголки. Но говорят, они просто помягче. Ну, как бы, вот. Но я думаю, что это не кедр, конечно. Ну, еще раз, елочка и сосна. И мой пес, который там дурью мается.